Вас приветствует Алена Ариес. Хотите знать будущее? Ваше будущее и секретные подробности на ближайшие дни. Итак, посмотрим, что же вас ждет такого секретного в ближайшие дни. Ждет вас какое-то торжество, какой-то праздник, что-то вы будете праздновать, может быть, не лично вы, может быть, кто-то из ваших родных, друзей, близких, знакомых. Вот. Но однозначно будет какое-то торжество. На этом торжестве возможно знакомство, причем для всех форматов отношений. Какой-то мужчина к вам с чувствами. Еще что, в ближайшие дни решится какой-то важный вопрос, может быть связан с обучением, с недвижимостью, с ремонтом, со строительством. Так, и поможет вам этот вопрос решить какая-то девушка, вот именно такая, как на карте. То есть русый оттенок волос, от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами. Такая обаятельная, приветливая, гостеприимная, веселая. Так, еще одна девушка тоже, кстати, к вам с помощью. Через эту девушку, скорее всего, придут денежки. Девушка так, тоже такая же, как на карте. Черные волосы, темные глаза. Серьезная, практичная, деловая. Радостные новости вам от кого-то. Может быть, даже от мужчины. Потому что новости могут быть любовного характера. Да. И причем какой-то мужчина, девочки, из прошлого. Возможно, что с ним у вас не было отношений, а пересекались вы как-то по работе. Вот от него будет какое-то известие, может быть, даже признание в чувствах. Так, какие-то перемены вас ждут в ближайшие дни. Это все в ближайшие дни, девочки. Перемены с финансами. Ну вот, я говорила о том, что через вот эту женщину как-то придут вам денежки достаточно крупные. Вот. И здесь тоже все говорит о том, что будут крупные денежки. Для кого-то вот эти крупные денежки могут проиграться. То есть это деньги, скорее всего, не просто так откуда-то вот из воздуха возьмутся. Да? Вот. Поэтому для кого-то может проиграться как какое-то предложение по работе. Предложение может быть связано с повышением в должности, вот, а также, если бизнес, то, соответственно, это может быть предложение по бизнесу, это может быть какой-то выгодный контракт, выгодное партнерство, а также может быть, что вот эта девушка, да, может быть, даже быть спонсором в вашем бизнесе, то есть решит вложить деньги в ваше дело, в ваш бизнес, вот. С мужчиной, да, вот про мужчину, скорее всего, отношений у вас не было, но вы точно знакомы. Вот он, в общем-то, идет, скучает, он постарше вас, скучает за вами, волнуется. Чаще всего это мужчина темненький, ну, может быть, такой и светлый шатен. Глаза точно не темные, могут быть голубые, зеленые, светло-карие, серые. Вот, и такой, в общем-то, такого телосложения, достаточно худой, вот, сдержанный, такой сам себе на уме, в общем-то. Но, тем не менее, у мужчины есть чувство, он за вами скучает. Вот, снова деньги. Вот деньги прям идут вам крупные, прям в ближайшие дни. Вот, но, опять-таки, деньги не с неба. Либо это деньги заработанные, либо это какие-то выгодные предложения, которые принесут увеличение прибыли, дохода в ближайшее время. Вот. Также будут у вас какие-то волнения в ближайшие дни, связанные с какой-то непонятной для вас ситуацией, но вы быстро успокоитесь. Что за ситуация? Кстати, тоже ситуация, связанная с деньгами. Может быть, знаете, на что это похоже? Когда, к примеру, вы устраиваете шопинг или просто покупаете много каких-то вещей, потому что деньги достаточно крупные, вот,
И потом вам кажется, что вы потратили меньше, а на самом деле получается больше. И начинаете считать. То есть сначала переживаете, может быть, я потеряла, может быть, я куда-то дела. А потом, когда начинаете считать все конкретно и все вспоминать, то все сходится. Вот такая, возможно, ситуация в ближайшие дни. Поэтому, ну, вообще с деньгами будьте внимательны, конечно. А вот. Ну, и потом я говорила про предложение выгодное, да. То есть предложений все-таки будет несколько. А вот, ну и по работе, и начальник ваш или начальница, ну я больше вижу начальницу. Вот, имейте в виду, вот тут черненький мужчина вышел, да, он тоже с предложением. Черные волосы, темные глаза, тоже серьезный, практичный, деловой. Он тоже с предложением как раз в сфере работы, карьеры, бизнеса. Но его предложение, тут даже дело не в обмане, но его предложение либо вам само не понравится, либо будьте внимательны. Но тут не, скорее не обман, а просто само предложение, ну или невыгодное, или не стоящее, да. В общем, как-то так. А вот от женщины идет предложение именно выгодное. Так, дальше. Что еще в ближайшие дни? Вот праздник точно у вас будет 100%. И, девочки, решится вопрос важный. Знаете, что тут может быть? Смена начальства. А вот, ну это если вы работаете, или даже смена партнеров в бизнесе. То есть идет вам какое-то выгодное предложение, вполне возможно, вот от женщины, да, вполне возможно, что вы на него согласитесь. А вот потом будут предложения, получается, от двух мужчин. Но вы уже не решитесь на это предложение. Вот как-то так. Еще один мужчина к вам с чувствами откуда-то приедет. Светленький, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, такой активный, целеустремленный, жизнерадостный. Так, ну, такая встреча, знаете, молниеносная, в общем-то. То есть он приедет, вы встретитесь и тут же уедет. Ну, если у вас роман на расстоянии, то вполне возможно, что и бывший появится, и вот этот мужчина тоже, тут и бывшего я вижу. Ну, уже вам выбирать, да, кто из них. Кто из них вам больше нравится? То есть не они сами будут на шпагах устраивать поединок, да? Кому вы достанетесь, а вы будете выбирать, кто из двух мужчин вам больше подходит. А вот, не, вот опять про деньги, то, что я говорила, да, что будет такое, что вы потратите больше, может быть, просто больше, чем рассчитывали даже. Да, имейте в виду, что карты все-таки советуют не тратить много денег в ближайшее время, они вам еще понадобятся. Вот такими будут для вас ближайшие дни. Я думаю, раскрыла для вас все секретики. А вот, хотите знать, что будет дальше, пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Ну и карта совета теперь. Ой, девочки, пелье, божественная страсть. Честно признайтесь себе в своем сокровенном желании. Это говорит как раз таки о том, что тут и мужчины будут, и внимание будет со стороны мужчин, и мужчины будут разные, вот, с разными предложениями и любовного плана, и делового. Так что ближайшие дни будут для вас очень насыщенными. Ближайшие дни, ну, скорее всего, девочки, это проиграется, вот это все, что я рассказала, от 3 до 10 дней. С вами была Алена Ария. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.